На федеральной автодороге «Кавказ» в Хасавюртовском районе в столкновении трех машин погибли два человека, в том числе трехмесячный ребенок. Еще трое пострадали и были доставлены в больницу. Об этом сообщила республиканская МВД. 49-летний житель села Куруш Хасавюртовского района, управляя автомобилем «Лада» 10-й модели, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовиком «ГАЗ-3010». Получив удар, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой» 14-й модели, за рулем которой находился 34-летний житель села Куруш Хасавюртовского района. В результате аварии на месте погибли водитель десятки и ребенок из второй «Лады». Еще три человека получили травмы.